Соблюдать экологическую культуру призывает эко-волонтер в Талдыкургане Газиз Аманжол-Олы. Он уже 2 года занимается сортировкой твердобытовых отходов и отправляет их на мусороперерабатывающие заводы. Доходы с этого дела он направляет на благотворительность. Приобщает Газиз Аманжол-Олы к своей миссии в летнее время и студенческую молодежь. Дело свое он намерен развивать и дальше. В Европе очень хорошо развита культура переработки мусора. И данную инициативу должны поддерживать и наши казахстанцы. Мы должны идти вперед, как и развитые страны. Целлофан, пластик выделяет очень вредные химикаты, когда его сжигают. И поэтому я думаю, что нельзя их сжигать, а наоборот, если мы переработаем, тогда мы вносим лепту в экологию.